там вот статуи богинь с искусством, мавзолей. Неизвестный, не мавзолей, а могила неизвестного солдата, погибшего под Львовом в варках с украинцами. Это вот, вероятно, я его потерял. Ну, вот. Это площадь самых главных торжеств польские открытых праздников. Здесь происходят торжества. Ну что, пока я сижу, поснимаем ту перспективу. И там-то, там-то чудо. Вацлав Ніжинський, известный балерун российско-польский, улица Крулевська. Ну вот мы идем тут, где уже были полторы недели тому, и спускались по уличке. В тыльной стороне поднимались вот этого собора на холме. Ну-ну. Но я путаю, это не этот собор. Сейчас увидим, когда я выйду на Краковское предместье. Так называется эта улица. От аллеи Иерусалимской, ведущей к старому городу. Так, это не та собор, но это не важно. Мы решим, что мы будем делать в сегодняшней прогулке. Вот отель, где останавливалась сборная России во время чемпионата Европы 2012 года. В этом отеле Аршавин и прочее. Извините, там не получилось. Никто, ни один. Вот за что мы должны просить извинения? Ну блин, ну вы сложали. Нет, что? Ну сложали, ну. Что? Ну, слушай, я не эксперт, но вы сложали. Что? Не оправдали ожиданий. За игру. Тот, может быть, некрасивый эпизод, однако замечу сразу. Аршавин для меня последние, можно сказать, десятилетия самый лучший и, в общем-то, любимый российский футболист. Поэтому. Вспоминая об этом, может быть, неприятном эпизоде, я, однако, совершенно, можно сказать, отношусь к нему все равно, несмотря на все, очень и очень положительно.
Мне нечего сказать, я, честно говоря, в шоке. Ну это ваше право. Я вот просто в шоке. Мы-то за вас болеем, мы за вас приезжаем, мы за вас болеем. Но это же... Полный стадион людей приехал, вы не оправдали их ожидания. Это всех наши проблемы? Вот мы выходим на дороге в отель. Отель «Бристоль», где останавливалась сборная России. Время чемпионата Европы 2012 года. Вот там памятник маршалку Пилсудскому, могила неизвестного солдата и площадь между ними. Мне нравится цинично ваше. Честно, было. Реально. У нас тоже были свои ожидания. Мы их тоже не оправдали. Это наши ожидания. Это не, наша, вас, это не наша проблема, мы хотели, чтобы было все красиво. Ну, мы тоже хотели, чтобы было красиво, что дальше. Ну, кто-то стоял на поле. Ну вот, мы идем по Пенькиной улице, по Пенькиной, красивой улице, Прокопское предместье. Тут мы видим, насколько понимаю, президентский дворец. Как всегда я перепутал тогда Сенат, назвал его президентским дворцом. Но президентский дворец — это вот этот. Тут сидит нынешний президент Дуда. Вот. Автобусы ездят, улица проезжая. Вот. Там почетный караул. Тут есть, как всегда, какие-то протесты. Мафия «Отдай земли» из Виджента. Тут есть галерея Колдората. Вот тут варта поснимать. Вот там. Вот памятник Адаму Мицкевичу. Сегодня было запланировано и другое путешествие. Придется